Итак, продолжение. Вчера был у друга на гараже, подогнал мне вот такую вот защиту. Говорит, валяется без дела туда-сюда. Я говорю, ну, если валяется без дела, то мне, конечно, она нужна. Такая защитка, походившая уже, пару кирпичей, походу, уже отловившая. Ну, в принципе, нормально. У меня вообще никакой не стоит, кроме заводской. Так что мне это как раз будет нормально. Вот такой вот поддон. Еще проверил колодочки задние. Они уже отходили. Так что решил купить вот такие вот началовские. В принципе, раньше вопросов к ним не возникало. Так что я думаю, будут нормально работать. Вот. Также менял я вчера центральные замки. Остался один на пассажирской двери. Вот он. Вот, так что еще и это дело сделаю. В общем, вот такие у меня выходные. Все как всегда, короче. Ладненько. Ну все, потом опишу тогда, как получилось, не получилось. Потому что там сейчас надо будет откручивать всякую ерунду. И оно, как всегда, позакипало. Так что это будет интересно. Ладненько. Все, всем пока.